Не знаю, какая там дорога в лесу в этом году. В том году был песок. Они там найдут поворот этот, потому что он там такой, не особо заметный. Я говорю, я не знаю, найдут ли они поворот в деревню, потому что там поворот-то такой, сама знаешь. Мы его сами находили. Почему мы не можем сказать, куда ехать? Потому что они здесь в первый раз. Решим сейчас. Давай сейчас переедем. Там просто поворот такой не особо. Помнишь, мы его сами искали, когда первый раз. Ну, понятно. Thank you.
Темновато здесь сегодня. Есть вперед. Ань, ну как так? У меня слики. Да, как... Давай, давай, конечно. В том году твой любимый маршрут. Давай их встретим, что они так это. Я встречу, ты не это. Надо просто заранее все делать. Так-то можно было сразу, да мы бы уже там были бы давно. Просто можно сейчас вот сразу к трем дубам, а им проще будет нас здесь найти даже. Не, зачем? Лучше к мосту. Ну я предлагаю вот прямо сейчас сюда. К или к мостику. К мостику. Ты вези нас, где дров много, чтобы не ходить. А дров полно, вот все лес. Да давай мы здесь как-то сами поедем, давай к мостику. Мы давно не были. Вот я так понимаю. Нет, нам хватит всем. Места много. Просто... Блин, что так три дуба, мне там вообще не понравилось. Что здесь места много? Наверху вот здесь какие три дуба-то? Прям сразу здесь, наверху. Отсюда будет панорамный вид на всю поляну три дуба, там высота метров 20, обрыв. И там под елками, и там солнышко, и аккуратно, чисто все. Давайте доедем до этих трех дубов и посмотрим. Да. А еще вернемся. Через сколько они приедут туда в деревню? Не знаю, не теперь они позвонят, когда там будет. Так ты сказала, вот через час, через два часа, точное время. Я не знаю. Вот женщины умеют договариваться, я не знаю. Ну тогда позвонят. Они быстрее найдут здесь. Давай сейчас сюда свернем, посмотрим. Давай уж сюда. К дубам. К дубам, да. К дубам, дубам. А то сейчас нас сожрут нафиг эти насекомые. Просто мы еще на самом деле не доехали. Thank you.
А? Это просто это новый ров какой-то. Нет, это было все. Как они тут вообще появляются? Чем их выкапывают? Трактором. Трактором, это противопожарные. А, понял. Смотри, что делать, они нефть не ездят. Поле с обменой. Как мы поехали по Рябеевской. Блин, вот туда, наверное, нам дорога, нет? Да вон там уже народ сколько сидит. А, нет, значит, это еще не то. Нет, это по-моему, это прямо. Поехали по Рябеевской трассе, передо мной вид трактор. А я прям за ним. А он плуг вытащил, и плугом асфальт херачит. И искры, короче, летят, вообще пипец. Мы можем прикрыть его. Ну я не знаю, я еду, записываю за ним транспорт, как он едет. Велобульвар? Велобульвар! Да, Ваня с Ольгой поедут, кто-то еще с ними поедет. Так они на недельную там выйдут. Вот, вот этот поворот! Сюда. Сюда, к трём дубам. Мы едем, где там обрыв, пляжик и глубина полметра? Нет. А, ну, прямо, типа прямо, того. Прямо. Здесь проходила эта ротонда? Да. Вот эта верхняя часть, где лагерь стоял. Да, ну тогда мы реально охуенно круг сделали. Да, мы специально. Мы же ехали не напрямик. Если бы напрямик, мы уже приехали там давно. Мы уже пьяны теперь там. Да. Разговор-то был про то, чтобы намотать тридцатку. Много, смотри, не уран, Вань. Мы могли приехать в другие места, могли прям сразу под Восточным мостом засесть, например. Да, может было прямо у фонтана.